Привет, ребята, анекдотец. Мужик пошел к врачу, приходит, говорит, доктор, локоть болит. Ну, врач ему выписывает направление, идите, говорит, сдавайте анализы мочи. Мужик такой, какие нахер анализы, говорит, просто локоть болит. Врач такой, вы, говорит, лечиться пришли или пререкаться будете, идите и все, и сдавайте. Мужик разозлился, думает, ну, сука, я сейчас тебя устрою. Прибегает домой, хватает банку побольше и давай сцеживать. Взял мочу у тещи, у жены, у дочки. У кошки нахер из лотка слил в эту банку. Подбегает к батарее, оттуда воды нацедил. Ну, думает, сейчас, сука, еще вишенку на торте. Бежит в машину, сливает оттуда тормозухи и всю эту банку сдает, значит, на проверку. Но через некоторое время прошел ответы получать к врачу. Врач смотрит, так говорит. Но, говорит, кошка у вас абсолютно здорова. Батареи еще долго менять не нужно. Вот, с тещей все плохо. Ей нужна срочная операция. И только за границей, и очень дорого. Дочка, ну что ж, несмотря на 13-летний возраст, беременность проходит нормально, будет двойня, поздравляю вас. Чего не скажешь о жене. У вашей жены сифилис уже полгода. Она об этом знает, не дает вам. Поэтому вы бегаете в туалет, дрочите там постоянно, а туалет узкий, херачите локтем об стену, вот локоть и болит. Мужик в шоке такой, пятится, давай бежать из кабинета. Врач ему вдогонку еще кричит, эй, и поменяйте нахер тормозуху, и отрегулируйте клапана в своем москвиче. Пока, ребят, всем здоровья и процветания.